Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы посмотрим на кастомизацию Кана в игре Mortal Kombat 11, посмотрим все его одеяния, все скины и все такое прочее. Значит, у него два стиля по умолчанию: ликование зла и мерзкое быдло. Кстати, у него самые прикольные названия в локализации, то есть наши локализаторы постарались сделать перевод такой классный. Сейчас мы обратим на него внимание, я вам зачитаю. Все эти переводы, значит, безумный глаз. Дальше. Испепеляющий взгляд. Родом из 90-х. Смотрите, какой глазик. Необычный. Так. Макситронный катализатор. Величайший черный дракон. Красиво, красиво сделано у него. Эти протезы. Специальная модель. Русская модель. Интересно, что в ней русского? Вырубленный изо льда. В расстроенных чувствах, кстати, поцарапанный такой, типа, да? Свети же, мой мальчик. Грелка. Охотник-коллекционер. Вот это похоже на запчасти киборга из Injustice, кстати, немножко. По цветовой гамме особенно. Красный глаз. Полуночный мародер. Ну, кстати, там какие-то зубы даже присутствуют, что ли. Прикольная, прикольная тема. Кастомизация, это, конечно, круто. Псих со всеми вытекающими. Золотистая, видите. Золотистая тема. Многоглазый. Мистер Грязные дела. Пахан. Это такое еще так начало. Пахан, такое начало таких, ну, таких исконно русских названий. Жизнь на полную катушку. Рожа настоящего берсерка. Мучительный опыт. Крючки для глаз. Тебе крышка. Эпический глаз Джека. Классный глаз такой. Первый классический Кана. То есть это из МК1 получается глаз, да? Хотя мне казалось, у него пластина там была вроде бы выше. Ну, то есть она до уровня волос должна доставать, мне казалось. Насколько я помню. Обычный наемный убийца, смотрите, красивый. Новый тип классического Кана. Ну, классно, кстати. Это уже терминатором отдает. Т-800, блин. Наемник из клана Черный Дракон. Обновленный Кана. Сумеречный сканер. Так. Дальше у нас идет кибернетические сердца, но это мы сейчас, наверное, быстро так просмотрим, прощелкаем. Такой как бы аксессуар, не столь важный. Кстати, а счет, видите, он волосатый Кена, не всем нравится, типа, то, что волосатая грудь у него, но на самом деле... Есть скин без волос. Забегая вперед, короче. Так,
Заточки, заточки, главное. Не нож, а заточка у него, понимаете? Лезвие для любых нужд. Нормально. Мой ножичек. Зуби с лазерной заточкой. Нож, украденный куанчи, ребята. Резак по дереву, кинжал колдуна. Таксидермист из внешнего мира. Памятный сувенир с турнира МК. Многофункциональный нож. Рыбацкий нож. Вот это настоящий нож. Это как будто фраза из Данди Крокодил, наверное, да, типа? Разве это ножик? Вот это ножик. Старый режик моей мамаши. Нормальное название? На-ка себе, выкуси. Нож и украденный кот Элькана. Увидели. У кого только он не украл ножик, да? Змеиный зуб расы Уштек. Парикмахер-убийца. Тройной укол. Кривой зуб. Нож для разделки лица. Так, ну неплохо, неплохо. А то что, погнали, внешний вид. Это сейчас самое, наверное, интересное будет. Одно из самого интересного. Во-первых, тут везде название, конечно, тоже. Так, солнечная радужка, шкаф из клана Черный Дракон, повязанный мафией, австралийское быдло, как он такой, хулиган из Мельбурна, распутный и грубый, банда Грантема, из племени Ируканджи, испанский узник, ужасающие методы, майка-алкоголичка. Такое ощущение, что переводчики посмотрели наши стримы по Injustice 2, где мы играли за Хеллбоя, как раз это там мы использовали это выражение «Майка алкоголичка», и вот оно попало сюда, прям вот, ну, честно, неожиданно для меня, что оно попало сюда, в Mortal Kombat. Кто смотрел наши стримы по Injustice 2, те помнят, как раз мы снаряжали Хеллбоя «Майка алкоголичка», и было прикольно. «Украл, выпил в тюрьму». Ребята, с какого фильма фраза? Ну-ка, ну-ка, давайте, давайте, вспоминайте. Крутой перец, озабоченный, крутой чувак, Кан еще может, чем сказали могет, смотрящий, смотрящий за мартухой, смотрящий за каналом, разбойник 21 века, браток, братуха, падальщик, весь в наколках. Жалко, не назвали кольчик на колене купола. Грабитель из Тувумба. Мой нож рад встрече. Авторитет в битве. Поддавший. Подбухнувший, еще бы назвали. Так, Брисбенский мордоворот. Это вот здесь уже видите, да, где наколки у него тут. Уже волос нет на груди. Делец. Налетчик. Дуболом. Меркантильный. Кстати, наверное, на спине тоже там, да? Австралиец. Это уже такая классика пошла. МК3, типа. Реальный пацан. Зацени. Мерзкое быдло. Мошенничать по-крупному. Убойные шутки. Разгул. Двурушник. Канышар. Прямая и явная угроза. Блин, такой фильм был, по-моему, с... Не помню, с кем он был. Негодяй из Blackwater. Отпад. Загорелый здоровяк. Кстати, да, такой здоровячок, нехилый такой, да? Быковатый. Ты чё быкуешь, а? Чё быкуешь? Уличный пес. Ты чё быкуешь, пес уличный? Циничный кидал. Блин, тут, по-моему, можно вообще составить целую фразу из этого. Отпят, загорелый, здоровяк, быковатый, а? Уличный пес. Циничный кидал.
Канберский убийца. Бездумная жестокость. Беглый преступник. Австралийский бродяга. Деляга из Черлевиля. Пьяный угар. Вымогатель. Босс всех боссов. Век воль не видать. Крысёныш. Крысёныш век воли не видать. Из преступного мира. В бегах. Сделал лыжи. Брисбенская группировка. Рэкетир. Ну вот такие, ребят, названия прикольно, да, перевели. Не знаю, как все это в оригинале звучит, но по-нашему довольно забавно сделали. Так, что тут у нас? Вступленница, давайте смотреть. Возмутитель спокойствия. Да, многих возмущает вот это вот. Заставочка. Жалко, по-большому нет, чтобы он сходил, заставочка. Последнее предупреждение. Дурной глаз. Прям черная манта. Так, ликование. Почувствую легкое жжение. Плевок в лицо. Так, на кончике ножа. Эпично, эпично смотрится, да? Как два пальца об асфальт. Я бы назвал это от уха до уха. Может быть, кстати, в оригинале не такое название может быть. Добивание. 18 добиваний у него показано. Почему насмешки считаются добиванием, непонятно. То есть добивание после первого раунда. Эх, значит, последний танец и мордоворот, да, тут два добивания и два бруталити. Ну, то есть, открывать еще целых 13. Надеюсь, это в большинстве с вами будут бруталити. Так, что у нас осталось? Ой, остались способности, ну вот. Вот такой Кен, ребята. Давайте еще вот этого включим вот так вот. В общем, как обычно, ребят, ваше мнение оставляйте в комментариях, как вам понравилась кастомизация персонажа, не понравилась. И не забывайте ставить большие пальцы вверх, если вам нравятся видосики по Mortal Kombat 11 на нашем канале. С вами был Анидзука. До новых встреч!